давайте жить без иллюзий. И заодно галлюцинаций в России в прошлом веке не случилось никакой революции, ибо революцией называется резкая смена чего-либо. А если все то же самое, только другие сверху, исчезнувший класс дворянства, купцов и мещанства, а позже еще и крестьянство, казачество, духовенство. А толк-то? Новые классы по той же схеме возникли. Одни, которые сверху все загребают себе, а те, которые снизу привычно подчиняются, считая, что не будет в изменении их судьбе. Строй все равно монархический, правят единолично, конечно, не в одиночку, но все-таки от имени личности. И снова все те же пьянки, все те же мордобой, валяются везде окурки и мусор, всюду, где попало. И люди в озлоблении кидаются друг на друга, не видя причин, почему живут так плохо. Нельзя, видимо, России без батюшки царя, поэтому революции не затевайте зря. Так что, господа революционеры, переделайтесь в эволюционеров, попробуйте жизнь изменить на уровне села и города, и вот тогда мы заявим гордо, что в России была революция.